утром солнышко встает, нас на улицу зовет, смотрит весело с небес. Просыпайся, Шишкин лес, родники в траве звенят, брызги радугой стоят, смотрит солнышко с небес. Улыбайся, Шишкин лес. Известный всем я птицелов. Так, приманочку положил, веревочку к палочке привязал. О, надо клубочек размотать. Я вечно весел, тра-ля-ля. Меня зовут старый. Всем привет, Коксик, здравствуй. Привет, Зубочек. О, а что это? Я не богат. Это? Это мое изобретение. Осталось провести испытание. Да. А зачем твое изобретение нужно, а? Сейчас узнаешь. Слушай, Зубок, а ты не можешь быть так вот поменьше, какой ты очень большой? Поменьше? Нет, не могу. Ладно, и так сойдет. Приступаем к испытаниям замечательного изобретения Коксика, то есть меня. Ага. Зубок, хочешь конфету? Вот, давай. Нет, я как будто бы уйду. А ты сам возьмешь вон ту вот. А при тебе нельзя? Нет, ну нет, Зубок, это же испытание. Как раз дело в том, что меня как будто нет. То есть ты думаешь, что ты один, понял? Нет, не понял. Ну ладно, это не важно. Сейчас я как будто бы уйду, а ты просто возьми конфетку. Ничего не понятно, но если нужно изобретение проверить, это я, пожалуйста. Так, ну давай, бери конфету. А, брать? Беру. Так, конфеточка, конфеточка. И... опа! Ой, попался, мамочки, мамочки, помогите, Зубочек. Спасите. Что с тобой? Ну, Коксик. Зубок. Я с тобой не играю. А почему? Хотел угостить конфеты, сам коробку мне на голову надел. Друзья так не поступают. Я так испугался. Ну, снимай коробку. Да давай, конечно. Помоги мне. Вот так. 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 Ой, ты меня извини. Ну, сам понимаешь, ну, изобретение такое. Да, изобретение. Да. Какое изобретение? Так ты меня простил, да? Ну, простил. Раз это такое важное изобретение... Так для чего эта коробочка, Коксик? Так это не коробка вовсе. Это западня для птиц. И я ее изобрел. И известный всем я птицелов, я вечно. Здравствуйте, друзья. Ой, здравствуй, Антон. Здравствуй. Так что ты изобрел, Коксик? Вот ловушку для птиц. Ловушку? Я решил стать птицеловом. Поймаю много-много птиц, посажу их в клетки, и они будут мне петь. Вот так. Здорово придумал, а? Знаешь, Коксик, мне кажется, что птицам это не понравится. Конечно, не понравится. Любой перепугается. О, собрался крошек поклевать, и вдруг на тебя падает огромная коробка. Ну вот еще не понравится. Я же им объясню, что теперь у них будут красивые клетки. Я их буду вкусно кормить. Но они же летать любят. Ну и что? А я люблю, когда птицы щебечут. Хорошо, Коксик, а ты сам что больше всего любишь? Ну, я мороженое. Нет, и мармелад. Не из еды, а что ты любишь делать? Я люблю, ну так. Я люблю бегать, это во-первых, прыгать во-вторых, ой, а больше всего я люблю играть с друзьями. Кокс, а вот если придет великан, поймает тебя и посадит в клетку? Антон, никаких великанов не бывает. Почему это не бывает? А в сказке? Да, сказочный великан поймает тебя и посадит в клетку. Но я ж не птица и щебетать не умею, ну зачем я ему? А этот великан не любит, когда щебечут. Ему нравится, когда мурлыкают. Да, мурлыкаешь ты замечательно. Правда? Да, у тебя звонкий, красивый голос. Великан будет слушать и радоваться. А еще он тебе построит красивую клетку и будет тебя хорошо кормить. Нет, я в клетку не хочу. Почему? Ну не хочу и все. И мурлыкать я ему не буду.
Почему? Потому что мы, котята, в неволе не мурлыкаем. Ой. Вот тебе и ой. А ты думаешь, птицам нравится петь в неволе? Ну, не знаю. Я смею тебе уверить, что, конечно, нет. А что, Антон, в неволе, наверное, никому жить не хочется. Никому. Ни ежикам, ни бабочкам, ни лягушкам. Я их никогда не буду ловить. И я тоже никогда. Я все понял. Молодцы, друзья. Пусть птички и зверушки живут там, где им нравится. Ну, конечно. Пусть живут. А теперь давайте прощаться с ребятами. Давайте. До свидания, ребята. До встречи. Всего вам доброго, друзья. Храни вас Господь. Время быстро пролетело, утро сказкой прозвенело, улыбнулось облакам, новый день приходит.